Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня 17 февраля, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Сергея, что в переводе с латинского означает «слуга Бога». Небесным покровителем его является священномученик Сергий Соловьев, пресвитер. Незадолго до революции отец Сергий был рукоположен в священника и стал служить в Успенской церкви родного села Шубино Бронницкого уезда Московской губернии. Многие лета батюшка с любовью окормлял свою паству, которая тоже возлюбила его и внимала каждому его мудрому слову. Также обучал он местных ребятишек в церковно-приходской школе. В конце 20-х годов власти сделали попытку закрыть Успенскую церковь. Но отцу Сергию и прихожанам тогда удалось отстоять храм. Через год после кровавого террора 37-го года в дом к священнику нагрянули сотрудники НКВД, которые арестовали отца Сергия, обвинив в антисоветской контрреволюционной деятельности. Священник и не думал признавать вину, только властям это было неважно. Тройка НКВД приговорила отца Сергия к расстрелу. Священник был погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравляем Георгия, Юрия, Кирилла и Авраама, Ивана, Яна и Александра, Николая, Алексея и Дмитрия, Петра, Серафима, Анну и Екатерину, а также Марию, Василия и Федора. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас, да хранит вас Господь!